Нелегальный алкоголь не будет пробиваться на кассе. В этом году магазины подключат к системе ЕГАИС. ЕГАИС – это автоматизированная система, которая контролирует производство и продажу алкоголя. Ее принцип работы в том, что каждая бутылка сертифицированного алкоголя получает дополнительный акцизный штрих-код и регистрируется в базе данных легального алкоголя. Сначала мы сканируем штрих-код основной, который находится на бутылке. После этого у нас появляется на кассе табличка для сканирования штрих-кода акцизной марки. Если такого штрих-кода нет в базе данных, касса не пробьет товар. Специальным оборудованием уже оснащены крупные супермаркеты Петербурга. А с этого года система становится обязательной для всех продавцов. Программу продолжают модернизировать, и скоро покупатели смогут не только быть уверенными в качестве своей покупки, но и отследить путь бутылки от завода до супермаркета по специальному коду на чеке.